Реконструкция Горьковского шоссе в Казани. В Казани полным ходом реконструируют Горьковское шоссе. 13 километров от Краснококшайской до М7 расширят до 6 полос без светофоров. Магистраль увеличит среднюю скорость на треть и позволит без пробок проезжать этот участок. Что именно построят? На выезде из города будет 5 надземных переходов от Фрунзе до торгового центра «Факел». Вместо нынешнего кольца появится большая развязка. Построят подземный тоннель, эстакаду и расширят дорогу. В районе Кулахметова сделают подземный разворот. Здесь уберут все светофоры, а у торгового центра «Факел» дорогу расширят для разворотных колец на уровне проезжей части. Далее такой же разворот на уровне дороги сделают у Лебяжьего озера. Большие изменения ждут Горьковское шоссе в районе Залесного. Здесь построят развязку, а возле спортивного комплекса «Олимпиец» и улицы Осиновской будут подземные развороты. Также проложат 3 перехода под землей – возле Осиновской, Алеутской и у Олимпийца. Вдоль шоссе проложат велодорожку, а под ЖД-мостом сделают тоннель для пешеходов и велосипедов. Сейчас основные работы идут возле Фрунзе и Восстания. До конца года закончат разворотную петлю в Залесном и все подготовительные работы. Также в этом районе расширят улицу Осиновскую, чтобы решить проблему пробок из Салават-Купере. Чаще всего они собирались утром, в час пик, на одной узкой дороге при выезде на шоссе. Для стройки выкупили 28 участков. Дорогу расширят до 4 полос, обустроят тротуары и проложат велодорожку. Ильсур Метшин заявил, что реконструкция улучшит дорожную ситуацию в западном направлении. А помимо больших строек, как это, Большое Казанское кольцо и Вознесенский тракт, в
Казани в этом году сделают еще 41 дорогу.